Это Даркхан, а это игра Мутанты и Генетические войны. Как всегда, новые мутанты у меня появились. Ну, точнее, не как всегда, но появились. Так, такие как... Космоконг. Так, горилла в костюме астронавта наверняка должна вызывать улыбку, но Космокингу не до смеха. Он очень любит драться, что с удовольствием и делает на арене. Так, свободное время от сражения. Космоконг обожает есть бананы, занимается картингом и бросаться бочками в сантехнику. А, понятно, это... Ну, блин, это враг Конг, Кинг-Конг. Враг Марио, один из старых. Так, а ну-ка. Точно, вот тут у меня какие-то появились. Точно вот этот. Вампа. Ладно, короче, вот так. Представители расы Вампа посещали Землю на протяжении тысячелетий, чтобы попрактиковаться в своей излюбленном виде спорта охоте. По сей день о них ходит огромное количество легенд. Рассказывают даже, что йети, альфы и бигфуты являются их сородичами. Древние боевые традиции Вампа при Дуться как нельзя, кстати, в сражениях на арене. Ладно, на сегодня все. До свидания, мяу.